Финская Nokia объявила о планах полностью уйти из России к концу 2022 года. К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы, заявил представитель компании. Он добавил, что официальное присутствие в стране сохранится, пока не завершится юридическое закрытие. Nokia, у которой было около двух тысяч сотрудников в России, заявила, что ее оставшаяся деятельность в стране связана с ограниченным обслуживанием критически важных сетей для выполнения договорных и коммунитарных обязательств.